Partiliśmy to zmieniać? У меня есть одна мысль. О, так как про ракетки долго писать. Ну я понимаю, что это история такая, надо их много это, и надо их попробовать, там, постоять. Все нормально. Нам ракеты приобретут, тогда нам надо будет, чтобы пролетать. Пока что здесь скорее надо выиграть. Это китайская неуправляемая. Просто неуправляемая. Ну. Thank you.
просто так же. Поэтому я говорю, в первой партии они вот пытались играть просто, без всяких баскетбольный зал, да. Там сначала баскетбольный.
бабки, которые они, конечно, просто пилят. Прям. И ноют, что их мало. Вот. Когда их не станет, вот, вот когда он начнет висеть. Ну я культурный, я сразу могу только сказать то, что она не управляет. Ой, моя. Thank you.
Зачем? Будем считать, что я этого не видел. Начинаешь еще хуже попадать, а из-за этого еще больше бесишься, это замкнутый круг. Точно. Выдохнуть. Сказать так. Точно. Это очень правильная мысль была, потому что насчет этого. Так, по 30 валаров в центр. Ну, или по 30. Это сколько есть ладно, окей. Я уже по привычке. Отлично, мне нравится. Почти 30. Надо больше, да? Что, нет? 30 не хватило? 31. О, вообще отлично. Есть еще сотый, мне их жалко. Подожди, это вообще мои люди. В смысле? О, точно. Справа, подставка, слева, да. Я
Thank you.
страшно. Вроде бы. Миш, а дайте не может быть. Я точно поставила. А то мне жалко. Ну, я тут жену с хорошей струной. Не стали. СМЕШ. Да. Как называется? Это мы не проходили. Это нам не знакомы.
опять здесь. Есть там кроссовки какие-то? Каких-нибудь нету. 25 сантиметров с половиной. 20 уже с половиной? Подожди, у тебя растет нога? Нет. Я вот я смотрел, новый костюм какой-то есть. Есть. Желтый. Да. А там штаны такие же, как от старого костюма. Тоньше. Это тонкий костюм просто, да? А, слушай, а вот эти лидинговские штаны тоненькие. Они совсем тоненькие или они такие плотные? Средние. Нет, есть плотные, даже такие совсем прям такие. Ну, нет. Похудай. Ну, это средние такие. Вот. Но как они, как бы, но они не для футболки, не тонкие, да? Ну, как для футболки, прям такие, чуть-чуть жестче. Чуть-чуть жестче твои футболки. Ну, я не знаю, как это. Я понял. Такие достаточно жесткие. Это хорошо. Это плюс. То есть в них можно ходить и так. Вот давай, давай, давай так. Если хотим, можно идти. Вторую игру тогда был. Ну, мне с Алисой тут какой-то тяжко ездить с тобой. Ну там уже одиночка. Одиночки ты понимаешь, куда у тебя открытие палать через тебя. Там как только она сыграла, все начинается. Я сразу не знаю. Намного быстрее, чтобы. Первую я еще тяну, пока они не просекли, чем делать. Шорты пришли. Ну, шорты, знаешь, не прям фантаст. Но там подкуски на новых шортах эти отражающие. Вот. И ну кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот прям вот такая модель есть? Нет. Так вот прям вот такая. Нет. Есть такие же, как мои, помнишь, старые. Не, вот эти черные. Черные были длинные были. Длинные вообще у Ленинга. У Ленинга вообще нет таких шортов. Я видел у Ленинга. Все вот такие. То, что ты видел, это, скорее всего, такие.
ими тренируемся. Зато их поменять можно. Ну, это не жалко менять. Что, купаю?